Сегодня в Белтелерадиокомпании состоялось прослушивание претендентов для участия в национальном отборе детского Евровидения. Жюри оценило выступление более 40 юных артистов. И прямо сейчас вы первыми видите имена финалистов на своих экранах. Прослушивание проходило в режиме живого звука. За право стать голосом Беларуси боролись как сольные исполнители, так и коллективы. Финальное шоу национального отборочного тура состоится в форме гала-концерта. Представители Беларуси выберем 21 августа. Напомню, детское Евровидение состоится в ноябре в столице Болгарии Софии. Подробнее познакомиться с финалистами можно на нашем сайте tvr.by.